Ладно, послушай, давай-ка по городу Железногорску пройдемся, блин. Вот на твоей памяти, где можно было тогда выступить молодой команде? Вот в то время? Да, в то время. Ну, только в арте где-нибудь или что-нибудь самому придумать в Руси. А что, в Руси можно было самому придумать? А, кстати, да. Да, можно, в диско зале разрешали играть. Да. Мы устраивали какие-то вечеринки нормальные. У нас еще получалось выступать в ДК ГОКа, короче. Мы там этому директору это, голову забили. Нас там, туда не пускали забили вообще. Люто. Он там хотел приподнять, короче, деньги на наши концерты. Устраивал там, типа, сначала какой-то рок-концерт, а после него дискотека там, блин. Это, ну, он что-то не особо там в менеджменте соображал. Вот приходит толпа металлистов, там рубится там под дозгут, короче. И на улицу вывалили, там пришло бы че на дискотеку. На улице начинается хлопами что, короче, блин. Постоянно мусора там приезжают. Ну, вот концертов 5 мы там отрубили. Ну, а деньги вроде как бы у них получается. Там билеты там все покупают, все нормально. Потому что это, ну, как бы это концерт. На концерт надо всем идти туда. Ну, это приходит. Я даже помню такой момент. Директор вот этого всего ДК, Иванников. Ух, я знаю, в зал вот в этот вламывается, блин. А там вообще хрен знает что творится. Там какие-то бабы на сцене в немецких касках там пляшут. И он такой, прям немедленно все прекратить. А его просто там... Был такой тип, и даже сейчас есть Вован Каравай, он даже не знает, кто это такой. Он просто плечом, смотри, дядя. А он народный артист, Иванников там крутой человек китайский. Вот махнул, такой Иванников, мужик какой-то. Он, типа, и тут он начинает типа показать свою типа власть, начинает остановить, прекратить концерты, орут, а билеты мы нахуй покупали, это чё? Начинает какой-то кипиш дикий, там продолжить концерт команды поступать, вот такая фигня, как-то так. Ну, правда, потом мусоров он вызвал, до хрена тогда приняли, блин, народу, блин. Борман, как всегда, пострадал. Блин, нам не разрешали там играть. Там знаешь, какие фичи были? Концерт не будет продолжен, пока не найдется человек, который нас стал в фойе. Да, бредняк такой начинается, кто нас стал в фойе? Кто нас стал в фойе? В итоге, блядь, там, типа, Борман. А что Борман? Борману похеру, короче, все равно в говнину пьян. Борман, да. Вот, это он, да, он. Все, концерт продолжается. Ну, там несколько концертов было, вот они были такие какие-то, ну, короче, один раз там все-таки они решили еще больше бабла подсобрать. Они начали, короче, с ближайших регионов, Орловских, Железногорских, цеплять народ. Там приехала группа из Курчатова, с Дмитровска, короче, блин, я помню такие. Из Дмитровска? Да, какая там... Металлисты, что ли, какие-то? Ну, рокеры там, Цоя, Серега там, типа, играли там, наверное, да. И вот они такие выходят, такие парни с дорогими гитарами, все такие, вау, мы такие, сейчас будет металл из Курчатова, там электростанция у них, они там все там месят, атомные. Там, да, там сейчас, короче, бля, ну, а мы всегда перед концертами, вот Дазгуд ходили, там был в общаге какой-то ремонт, всех выселяли, мы ходили туда унитазы об стены бить, короче, там все ломать, ну, типа, заряжаться, да, сдаваться, да, да, там, я, бумс у меня барабанил, там, блядь, вся, и вся вот эта кодла там вокруг, там, лысые, там, там, вся, местные, вот, да, вся банда одуревших, там. Мы такие там унитазы эти колотим, какие-то бумс там печи из окон выкидывают, там, что-то. Потом таки заходим в зал, ну а эти там с Курчатова там играют, там типа что-то, мы там как всегда что-то не хедлайнеры заявлены. Заходим туда, такой сидит лысый на полу, пьяный в говнину, там третья что ли ихняя группа отыгрывает. Я говорю, лысый, ну что, я снаружи, он такой, это был не Нескафе. Я типа жду своего часа. Ну и все. А мы знаешь, как готовились, там вообще ад. Мало того, что там на улице там кто-то что-то там курил, там возле сцены ставили 3-литровую банку самогона, там кто хотел, там все наливал, там пил, а на халяву все ж любят выжрать, вот эту банку выпьют, все, потом выкатывается Дазгут, начинается какой-то ад, блин. Вася Буй, это, наверное, первый был. Да, конечно, они все там были. Хорошо там народ рубился, Кролл там, я помню, вот здесь. Опасный фильм. А, да, все там хорошо были, какие-то бабы
с художественного училища, тоже не местные, потому что местные бабы с художкой туда никогда не ходили на концерт. А тут такие здоровые какие-то бамбулы, это с художки две сестры. Они даже на видео есть, по-моему, на концертном вагоне, где-то в депо. Ух, они там рубились, такие, по-деревенски. Здоровые такие, здоровые, да, я помню, да, было дело. Да, оно там... Они откуда-то с Дмитровска. Да, они там жрали что-то немыслимо там, вообще могли выжать там два стакана водки. Это опасность, это опасность была, да. Художники. У нас же, ну посмотришь, блин, художник. Блин. Ну, а те, блин, не художники, те, по-моему, ели художника. На завтра.